Тараканы, крысы и бомжи – все это досталось в наследство жителям улицы Мечникова от престарелой соседки. Они рассказывают, у нее вместо квартиры огромная свалка. Женщина умерла, мусор вывозить некому. На месте побывала Мария Терехина и уверяет, если бы она не знала номер квартиры, все равно нашла бы ее по запаху. Запах в этом подъезде чувствуется уже с первых этажей. А вот посмотрите, та самая квартира, номер 40, на которую все здесь соседи как раз и жалуются. Дверь открыта, никого нет. Посмотрите, мусора буквально до потолка, все завалено. Кошмар, здесь и бутылки, и одежда старая. Жильцы дома на Мечникова соседку поминают недобрым словом. Свою двухкомнатную квартиру пенсионерка превратила в настоящую свалку. Мусор и бытовые отходы накопила здесь больше 10 лет. Недавно 80-летняя женщина умерла. И в квартиру теперь, как на свалку, ходят бездомные. От нее мухи летят, от нее тараканы. Бомжи гоняете отсюда? Да, тут бутылки они собирают, они там и лазят. Ну вот, сейчас вроде подобрали, туда забросили. Но газ ведь здесь. Здесь газ. Не дай бог включат, все взорвется. Родственников у нее нет, никого нет. В администрацию звонили, в пенсионный фонд звонили, везде звонили. То есть они говорят, ну, все отмахиваются от нее. Он говорит, живите как хотите. Управляющие компании говорят, разбор мусорной коллекции на частной территории не попадает в их зону ответственности. Они отвечают только за придомовую территорию. Но пообещали помочь очистить квартиру от незваных гостей и запаха. Мы со своей стороны, реагируя на сигнал о бомжах, обратились в органы полиции для того, чтобы они предприняли меры по выселению их. И обратились с заявкой, заявка уже отправлена, в фирму, которая занимается устранением запаха. По закону, если родственники пенсионерки в течение полугода не найдутся, то квартира отойдет государству, объясняют адвокаты. Нотариус обязан принять меры по охране наследственного имущества, как я уже говорил. Соответственно, нотариус составит опись имущества, назначит определенного лица, который будет его охранять. Теоретически, вот это вот вывоз мусора мы только вправе от него требовать. До этого момента гигантская свалка будет напоминать жильцам о хозяйке 40-й квартиры. Соседям остается только запастись терпением. Мария Терехина, Евгений Шестаков, 7-й канал.